Ладно, хорошо. Это приятно на самом деле, потому что я могу нормально пообщаться. Вот. Но не все этого понимают. То есть я смотрю, большая активность у тех людей, которые занимаются ерундой. Какой-то просто ерундой. Те, которые там что-то из себя строят, корчат, там, я не знаю. Я думаю, не, я на такое не подпишусь. Никогда. Грязь привлекает грязных и привлекает. А мы будем чистыми и привлекать чистых. Ну, правда, в Бигалайф это, мне кажется, в Бигалайф это тяжело будет. Ну, типа, здесь же все вот, ну, такие. Блин, кто мне отправляет запросы? Я наушники забыла, мне динамики очень плохо работают. Поэтому мне не надо отправлять запросы на совместную трансляцию или там на гостевой. Я только через наушники. Я забыла наушники дома. А я сегодня такая купила вот такие, типа, для айфона, вот эту фигню. Они вообще дебильнутые. Хоть порезать и выкинуть. Ну, у меня типа для айфона вход другой, я взяла блютузные наушники. И поэтому, как зовут? Валентина. Поэтому я тупо зря деньги сегодня потратила на вот эту. Валя, рад знакомству, пойду завтракать. Хорошего дня. У меня уже вечер, уже темно. Поэтому было приятно пообщаться. И вправду, спасибо большое за то, что ты адекватный хотя бы. В Москве 11 утра. Ну, в Москве знаю, да, что минус 7 по сравнению со мной. Так, что там? Очень приятно, я Миран. Взаимно. Взаимно. Ой, спасибо. 500 лайков отправил мне Андрюха. Фу. Ту-ту-ту-ту-ту. Как звать? Валентина. Глаза красивые, спасибо. Свои серо-зеленые. Ариана, вай! Вай, Украй! Какая хорошая популярность у этой девочки. Ты осетинка? Да, как ты узнал? По фамилии? Да, спасибо. Какая ты красавица. Ой, спасибо, Ариана. Спасибо. Комплименты девочки, это очень редко и очень приятно. Спасибо. One questions. I like lesbian. Maybe I didn't know. You like, maybe. Okay, I don't know. Как мне параллельно, короче. Я не знаю, я к ним не отношусь. Так, что там? Меня дочь Валя звать. Ой, очень приятно. Понял, дерзкий, что ты. Понял, что я осетинка. Но я не полностью осетинка, у меня только батя осетин. А ты Дигорка или Кударка? Я не знаю, что это. Я никогда не жила в Осетии. Если это что-то с Осетией связано, то можешь мне даже не спрашивать. Честно, не знаю. Детонация.
Не шевели губами, а то встает. Мне очень жаль. А вообще радуйся, что он у тебя встает хотя бы. Ты красивая, спасибо. Новости с которым заключен администратором. Правильно. А, нации, да-да-да. Ну, я, короче, не знаю, я не шарю. Сколько лет? Мне 22. Ой, нифига себе, ты мне лайков отправил, спасибо. 999, Андрюха. Обалдеть. Маленькая такая, хрупкая. Я хрупкая, маленькая, да я такая, кого угодно переборю, я борцуха. Кстати, да, я борца как-то поборола, и при том, при всем, что я не занималась борьбой, просто очень хорошо соображает, короче, работает соображалка. И там как подвернуться, увернуться, то есть как на борьбе вот это все сделать. Пипец, прям без проблем. Мне борцуха сказал, ты, короче, как будто бы это, борьбой занималась несколько лет. Я такая, давай так и будем думать. Коробка, какая коробка? Я не коробка. Какая коробка? Я не знаю. Думает. Кто думает? Если честно, в смысле сбиваюсь иногда, поэтому могу не соображать. Поэтому извините, пожалуйста. Пожалуйста, извините. Извините. Простите, извините. Голова. А. Да, думает голова. Хорошо думает, соображает. Связь поймала, уже хорошо. Да. Блин, я домой хочу уже. Не хочу работать. У меня жена красивая, и ты красивая. Второй не буду женой. Иди люби свою жену. Хватит смотреть тут на всех других. Шучу. Смотреть можно на кого угодно. Я с Питера, я с Хабаровска. В Питер хотела переехать, пока нет возможности. Нет, не замужем. Вау! Спать хочу. Ужас. Вот. Гуф вошел из рейтинга горячих. Вы хотите сказать, я в рейтинге горячих? Не, не надо, не надо, не надо. Я тебе в личку напишу по поводу. Багдад, а где в Хабаровске живешь? В центре? Допиши, без проблем. Как, а там как пойдет? Задастся у нас разговор или не задаст? Я тоже с Хабара. Ничего себе, люди, вы даете. Хорошо, поговорим. Ну, посмотрим. Не могу сказать и обещать так же, как и ты. Может, характерами не сойдемся.